Здравствуйте, меня зовут Наталья Тихонова, я представляю проект Nutrition Retail. Эти картинки про меня. Каждое утро я встаю, смотрю на свой гардероб и знаю, что мне нечего одеть. Ну, я думаю, здесь большинство мужчин, они все слышали такое: мне нечего одеть, купи мне новое платье. Кто слышал такое? Некоторые даже все слышали. Да, вижу по улыбкам, что много таких, да? Ну, я бы хотела покупать в интернете, но в интернете, к сожалению, я не могу примерить. Очень много возвратов, вы знаете, в интернет-магазинах. Вот. Кроме того, мне нужен советчик, я не стилист. Обычно покупаю 15-летнюю кофточку, которую потом начнем одеть. Значит, ну, сколько у нас таких женщин, как вы понимаете, миллионы. Вот. Что мы предлагаем, чтобы решить нашу проблему? Эту проблему. Значит, мы предлагаем платформу с использованием 3D-технологий. Как это работает? Мы создаем 3D-модель покупателя и 3D-модель одежды. Закладываем в платформу правила стилистики, то есть для подбора по стилю, типу фигуры и цвету. Платформа будет предлагать несколько вариантов одежды, причем total look, то есть полный ваш вид одежды в вашем размере и нужно вам стиле. То есть вы, кроме того, вы сможете увидеть себя с разных сторон, вот, можете посоветоваться с друзьями в социальных сетях или по e-mail и купить все сразу, то есть полностью весь комплект одежды. Вот. То есть наша платформа будет выбирать одежду по вашему размеру, скрывать ваши недостатки, подчеркивать ваши достоинства, ваши фигуры. Она будет подходить вам по цвету, по стилю, вы получите идеальный результат. Вот. То есть размер, форма, цвет, законы стиля, получите идеальный результат. Кроме того, реальная одежда будет попадать в ваш реальный шкаф, виртуальная одежда будет попадать в виртуальный шкаф, и каждое утро этот виртуальный шкаф будет говорить, что же вам все-таки одеть сегодня, в зависимости от того, куда вы идете. Основные клиенты – это мужчины? Нет, почему-то женщины. Кстати, мужчины тоже, да. У нас нет прямых конкурентов, ребята, еще с конкурентами. Да, имеющиеся проекты работают в 2D. Значит, как мы будем зарабатывать? Мы сделали расчет для польского рынка, который составляет, объем рынка Fashion Retail составляет 10 миллиардов долларов. Мы планируем получать 2 или 5, от 2 до 5% с продаж через нашу платформу, что делают обычные продавцы одежды при скидке. Вот. Наш проект может быть масштабирован на Европу, на мир, с объемом больше, чем 1 миллиард. Триллион, да. По нашим расчетам за 5 лет мы выйдем на годовой доход 23 миллиона. С учетом прироста рынка одежды и обуви 3,8%, это только по польскому рынку расчет сделан. Консервативная оценка, если рынок будет стабилен, то мы выйдем через 5 лет на 2 миллиона. Члены нашей команды имеют успешный опыт в каждой своей сфере. То есть у нас есть IT-директор, есть SEO, у нас есть звездный консультант Катя Перцева, которая работала 20 лет стилистом в Сен-Лоране. Мы сделали... вот про прямых конкурентов, которые отсутствуют. Вот, что у нас сделано? Значит, разработан алгоритм, сделан у нас маркетинговое исследование в Польше. 570 поляков проявили лояльность к нашему проекту, 89% из них заинтересовались виртуальной примерочной, 17 польских брендов согласны работать, и 2 украинских бренда тоже согласны уже с нами работать. Предлагаем 30% за 430 тысяч долларов, и разработка, ну, это пошаговая разработка. Вот наше предложение. Расскажите, как это мериться надо?